Ну что, огромное вам спасибо, друзья мои, за все. Спасибо за донаты, спасибо за то, что вы меня постоянно помните и за неослабевающий интерес. Мы все, я уверен, увидимся в 6 часов вечера после войны на могиле Путина. И, вероятно, я обниму каждого из вас, потому что любые, даже самые колючие и самые злодейские комментарии диктуются тем жутким интересом к происходящему и к тому, что думаю об этом я. Я вам чертовски признателен. Могу сказать, что жизнь беглого каторжника, жизнь эмигранта тяжела, но жить в эмиграции вполне реально. В аскетизме, без всяких излишеств, без модничания, автомобилей. Ну, у меня есть теперь велосипед, и я совершенно счастлив, и выяснилось, что его вполне достаточно для жизни и передвижения. Я многое для себя узнал. Я совершенно не ожидал, что на старости лет у меня будет такое приключение и такой поворот судьбы. Но я полагаю, что этот поворот судьбы, в том числе и меня, очень многому научит. А так, назначаю всем встречу в 6 часов вечера после войны на могиле Путина.